Андрей к своей миссии подошел ответственно. О том, как обращаться с растениями, знает не понаслышке. Дома сам сеял семена на рассаду, ухаживал за цветами. Его конек – петунья. О молодых деревцах познаний немного, но принцип, как обращаться с растениями, парню понятен. Где ему нравится находиться, солнце и остальные все моменты, он тоже чувствует так же, как и человек. Но надо, главное, подобрать уровень, чтобы его посадить, потом присыпать землей и также его полить. Вот и обязательно надо его полить тогда, когда присыпал, то есть уже землей. Про уровень и правильный полив знания получил уже в Абаканском спецучреждении. Здесь в основном так называемые трудные подростки. Но вопросы экологии и будущего страны их волнуют. Ребята не только свою территорию активно озеленяют, но и в республиканских акциях принимают самое активное участие. Хотелось бы поблагодарить всех участников акции. Ребята очень активные, всегда откликаются и в различных экологических акциях принимают активное участие. Цель данных акций – привлечение общественности к вопросам лесовосстановления. Организаторы общероссийской акции «Лес Победы» поставили цель высадить в этом году по всей стране 27 миллионов саженцев. В память о каждом герое, погибшем в годы войны. Хакасии со своей задачей вполне справляются. Скверы, парки, лесные территории республики в этом году пополнились несколькими сотнями тысяч молодых деревьев. Пока погода позволяет, эта работа продолжится, заверили в Минприроды. Наталья Данина, Александр Сердюк, РТС.